Ку-ку. Игра Факторио. Если к ней присмотреться, довольно интересная. Это мой план. Я планы записываю на бумажке, потому что забываю. Если у вас совсем нет мозгов как и не можете ничего запомнить, записывайте, как это делаю я. Так, это зачеркнуть, это зачеркнуть, это зачеркнуть. Так, ракеты. Я начал, поставил фабрику для автоматического производства ракет. Но я передумал уже, сейчас я... Ракеты, такие желтые ракеты, ненадолго мне. Я их буду менять на что-нибудь более эффективное. Игра. Загружаю свою игру. Игра. Недавно начал новую. Время игры 21 час 43 минуты. Версия Factorio 0.17.52. Игре уже много лет, но она так до сих пор бета. Бета. Так, стали производим много. Вот. Вот эту фабрику с ракетами я, значит, поставил. Но я думаю, я буду эти ракеты руками делать. Мне надо штук 200. И все, этого будет достаточно, я уверен. О, 36 роботов. Вот, посмотрим. Так, пойду ракеты сделаю. Из чего они делаются? Взрывчатка нужна. Чё, плохо. За ней далеко бежать. А я ее не поставил на производство. У меня ее нет. Надо ставить производство. А потом нападу на гнездо какое-нибудь. Посмотрю, как эффективно будет с броней с моей. О, они размножаются, жуки. Все ближе и ближе ко мне приближаются. Мое загрязнение воздуха все дальше и дальше распространяется, а жуки ко мне приближаются все ближе и ближе. Мой план — все ближние гнезда уничтожить, чтобы жуки меня меньше атаковали. Уничтожать буду с помощью ракет и своих боевых роботов, время жизни которых всего лишь 45 секунд. Эй, где он? Где они? Сорок пять секунд живут. Ну, они должны быть эффективными в бою. Дальность у них хорошая. Ну так, маленькая дальность. Нет, больше, чем у пушки. Ну как, у пушки всего лишь 18. А у моего автомата дальность какая? Не написано. А, написано, тоже 18. Как у пушки. А у ракетницы дальность 36. Ух, я могу далеко стрелять. Жуков убивать. Не жуков, а червей расстреливать. Расстояние могу. А защитники, дефендеры, мои роботы будут меня защищать от нападающих жуков. Из питеров. Плюющихся кислотой. О! Прихвачу конвейеры. Раз уж я тут. А где конвейеры? Где-то там. Три сундука с конвейерами. Так, конвейер есть. Что там для ракет нужно еще мне? Железо. И медь. Лежа. Железо, медь. Сейчас возьму. Медь есть? Железо нет? Сейчас возьму из сундука. Железо. Броня у меня по сравнению с тем, что было раньше, прокачанная. Перезачатка. Ой, угля нет. В печке надо уголь загрузить, и потом пойду ракеты делать. Себе. Ракет 200 сделаю. Жуков. Пойду червей убью. Раз, раз. Медные печки у меня. Оп. Так, так. А чё железо стоит? Почему не едет?
Так, печки работают? Печки работают. Ну да, все работает. Ну-ка я их... Ой, подземного нет, конвейера надо будет взять как-нибудь. Так, это у меня теперь загрузка двухсторонняя будет. Ладно, пойду дальше. Подземные конвейеры взять. Нужная вещь. Больше месяца кофе не пил. Сейчас остынет, попью кофе. Чибо. В баночке оставалось. Иду к тому месту, где у меня нефть добывается и перерабатывается. На нефтеперерабатывающем заводе. Так, фабрики есть. Без подземных конвейеров что я сделаю? Ничего. Сейчас назад бежать буду. Пробежал мимо. Ух. Так, сейчас пару деревьев срублю. Топливо для моего поезда. Ночь наступила. Ну, ночью надо лампочки ставить, чтобы было светло. Ник. Я у меня нефть. Я заблудился. Внизу прошел. Это железная у меня тут. Железный депозит. Так, вот производство. Чего это производство у меня? Производство пластика. О, уголь. Раз уж я принес уголь, почему бы его сюда не закинуть? Так, сера, взрывчатка. Вот она, взрывчатка. И геологическая взрывчатка. Теперь мне нужен сундучок. И эту взрывчатку сюда. Ой. Ну давай. А чё я... Вот так. Ой. Давай производи взрывчатку, давай. Ой, долго ждать. Чё, за один цикл сколько взрывчатки? Две взрывчатки за один цикл. Взрывчатка недорогая, но делать ее долго. О, 60 ракет могу уже производить. 200 ракет это быстро получится у меня. А одна ракета, сколько взрывчатки? Одна взрывчатка. Ну что же, ракеты скоро у меня будут. Я жуков буду убивать. Мерзких. Еще 26. Итого получится 86. Еще 114. Надо будет построить. 114 взрывчатки дайте мне. 8, 10. Ну, пару минут придется подождать. Немножко кофе. То есть, кружка большая, но концентрация здесь небольшая кофе. Много воды. Я люблю воду. Немножко, ну, здесь сахар тоже есть. Смотрю в камеру, не вижу, каков я. Потом на видео посмотрю. О, 24. Так, сколько уже? 26. А, во. 60 и 26, 86 и 34. 120 ровно. Еще 80 взрывчатки.
Вот куда пойти. Вот сначала вот этих вот убью, потом вот этих, потом вот этих, потом вот этих, потом вот этих. Потом этих, потом этих, потом этих, потом этих, потом этих, в последнюю очередь. Оставлю их на сладкое. Гадов. О, о, о! Ломают, ломают! А тут у меня патроны закончились, вот они сломали. Гады! Подонки! Ну я вам сейчас устрою, сейчас у меня ракеты будут сделаны. Откуда они пришли-то? Отмечу. Lost turret. Потерял башню, пушку. Ну что, есть 200-то? Нет? 16 есть. 16. 16 это 300 урона каждая ракета делает. Да, начну воевать. Пойду, начну воевать. Ракета будет у меня крафтиться в инвентаре. И падать сразу же в вооруженный отсек. Кнопочка Tab, я переключаю оружие. Ракетницу, либо автомат. Базука, автомат, базука. Ну что ж, 20 ракет есть. Сейчас боевой режим включу. Тук. Пум-пум-пум. И жук, роботы. Сюда. О, рыба. Рыба есть. Рыбу я. Вот так сделаю. О, сохранюсь. Полезная привычка сохраняться. Не очень честно. Но очень рационально. Прошел. Так, масштаб отдалю. Стреляет моя ракета далеко. Ах, отличный сладкий горячий кофе. Маленькими глоточками. Хорошо глотать. Что-то у меня с наушниками. Эх, сломались что ли. Либо корпус уже накрылся. Разъем в корпусе не функционирует как надо. 36, это же большое расстояние. Пушка вот так, это 18. А в два раза больше. Это получается вот так вот, куда мышка вижу. Так. Роботов. 15. Готово. 15 штук есть. Ночью не вижу ничего. Сдохни. А у меня защита. О, а я всех жуков убиваю. Ну-ка, хорошо. Где еще жуки? Все, что ли? Так просто? О, я сейчас не добегу, жуки. Вот. Роботы. Ага, закончились роботы. Я их потратил впустую, чувствую. Слишком... Слишком они сильные. Я их поменьше сейчас выпущу. 10... Пятерых. Раз, два, три, четыре, пять. Сдохни, гад. А, ракет нету. А, закончились. А, я их буду автоматом. А у меня броня, а мне пофигу. Сдохни, гад. Все.
Так, наука. Так, это что? Угу. А горючие материалы, очищение горючих материалов мне не нужно. Что это с роботами? Это рабочие роботы. Так, что-то у меня с наушниками. С корпусом что-то не так. Звук странный в наушниках. Так. Итак, боевые какие у меня надо сделать апгрейды? Ну, с пушками, наверное, только. 200 бутылок, 200 бутылок. А пушки будут. О. Тю. Бу, что-то у меня с наушниками нехорошо. Жалко. Так, ну чё, 5 роботов тоже хороши. Где у меня тут жуки еще? Наверху. В легкую я их. Только роботов надо набирать. А, этих. Нет, на этих я не нападу, это далеко. Они мне не опасны. Пока. Так, пойду там, где нефть их грохать. А ракетниц надо больше. А, ладно, автоматом. Пока ракет нет. Автоматом буду. Патронов у меня полно. А сейчас день, я вижу хорошо ракетами жуков. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Хватит. Жукам кранты. Меняем оружие. Ну, 5 боевых роботов помогают. Хорошо. Никто мне не опасен уже. А, кислота, кислота. Все. 5 боевых роботов помогают хорошо. Гад, ты чё на меня нападаешь, гад? Я тебя буду настреливать. Какой сильный-то. Какой сильный. Убить не могу. Ух ты, какой сильный, броневой. А-а-а, рыбу что ли съесть? Ой, сейчас он меня убьет. Да, роботы сильнее, чем я. И сильнее, чем я предполагал. Так, 5 роботов осталось. И ракетница есть. Так. Сколько жуков? Черви, черви. Хе-хе. Так, теперь автомат. Сдохни, гад. Кислота, кислота. А-а-а! Убегаю, убегаю. А-а-а, не сохранился. Роботы, роботы. Это все роботы были. Сдохни, гад. Сдохните, гады. Я всех поубиваю. А-а-а, я продул. Помогите. Патроны. Рыба. А рыба не нужна, ладно. Ладно, пушки мне сейчас. Ну что же, да, роботы эффективны. Это все показало. Сдохни, сдохни, гад. Что это был? Средний червь. И ты сдохнешь. Все. Так, чиним. Иду за жуками. А. Что мне еще надо? Да, потерял я кое-какие пушки. Даже с патронами две пушки потерял. 2 стека с патронами. Какой кошмар. Так, ну что ж, роботы-дефендеры очень эффективны. На данном этапе игры против таких развитых жуков. Большие черви были, средние жуки. О,
камень надо снять, удалить. Так, это я... О, еще пушка. Его гнездо. А тут что? Кто? Нет, три червя, нет. Не пойду я туда. Пойду на базу за... Так, взрывчатку возьму. Ракет надо больше чуть-чуть. Так. Кофе-то. Где у меня кофе? Кофе вещь хорошая. Ой, как я далеко убежал от своей базы. Дохлые жуки, черви и жуки дохлые. Ой, еще 288 рычатки. Сейчас я ракет наделаю. Против всех. Всех поможет. Так, сколько еще тут? Еще 344 угля есть. Нам полезно есть взрывчатка. Жаль, я ее побольше не сделал раньше. Железная дорога. Осторожно при переходе. Поезд убьет. Поезда убивают. Ой, один стек. Одного стека подземного достаточно. Надолго хватит. Сообщение какое-то пришло, посмотрю. О, у меня зарплатная мультикарта ВТБ, как здорово. Пришло сообщение об этом.
Могу кредит взять. Так хорошо. Я даже перестал чувствовать, что у меня горло болит. Вчера вечером болело горло прям. Ужасно. Прям пытка. Так, что там с топливом? О! Пора загружать. Пора загружать дерево. В топливный бак. Да, расходует поезд немало топлива-то. Целый стек угля зарасходовал. Ну вот, поезд будет стоять до тех пор, пока не зарасходуется последний... последняя единица железной руды в первом вагоне. У первого вагона. То есть поезд пустой, пустой поезд будет стоять до тех пор, пока будет. Ну-ка я проволочку сделаю. А, потом. Потом красную проволоку сделаю побольше. Вот поезд будет стоять до тех пор на станции, пока вот этот сундук не опустеет с железной рудой. Вот полностью опустеет, последняя единица руды уйдет, поезд тронется с места. Вот как неудобно. Поэтому я сделаю проводами умное поведение. Разгружаться будет все равномерно. Сейчас я с жуками разберусь. Дефендеров наберу. Где мои дефендеры? Жуки, роботы. Вот они. 134 штуки. Это много. Уже. Кофе выпил, что-то хочется в туалет. Изучаем технологию. Дерево технологий.
пришел, я пришел. Так, надо еще водички поставить. Сейчас водички еще поставлю. Я пришел. Я пришел. Я был в туалете. Так, что у нас с технологиями? Вот мой план. Завершить все эти трехцветные исследования с серыми бутылками. Значит, исследование потом следующее будет. Минные поля, потом очищение материалов горючих. Так, это у нас сейчас исследуется. Потом урон лазерных пушек. Потом будет усиление мин и гранат. А потом синие бутылочки надо будет делать много. Ух. Так, ракет много пока. Так, ну давай. Давай, пока я здесь, в этой части карты, эти все гнезда вынесу. Вот до сюда. О! О, гады! Это серьезно. Что снесли? Пушку. Одну. У бойлера, возле бойлера. Какой кошмар. Маркировку поставлю. Вот сволочи, жуки. Как они так прокрались-то так далеко ко мне? Ладно, я им сейчас устрою взбучку. Варфоломеевская ночь будет. Варфоломеева ночь. По-моему, есть такая глава в какой-то книжке. Варфоломеевская ночь. Сейчас я этим жукам устрою что-то такое. Четыре гнезда и один червь, кажется. Переключимся на ракеты. Жуков сейчас включу. Так. Оборонный режим. Камня. Камнями будут бросаться. Опять ночью ничего не видно, что там. А вот они, вот они. Раз, два, три, четыре, пять. Пяти хватит, я так понял. Где черви? О-о-о! Как их легко убивать-то так? В кислоту наступил. Так, гнездо есть. Уничтожил. Теперь это гнездо. Жалко, я 5 роботов теряю. Больше ничего не успею я с ними. Так, тут пройду. Сейчас они повзрываются у меня. Не взрывайтесь, роботы. Взорвались. Надо следующих, надо пятерых. Нет, только червей надо. Экономить надо патроны. Куда? Куда ты в меня? Вот гады. Червей буду стрелять ракетами. Ой, кислота. Кислоту наступил. Сдохни, гад. Что-то я близко подхожу. Я еще не научился так драться четко. Да, ракет потратил много. Слишком.
Ракеты только против черена используют. Что-то я их по всем стреляю. Надо ракеты экономить. Сколько урон? 200 урон. Да, 5 роботов. Меня не спасают, надо больше роботов. Так. А. Да, вот так, чешки. Без червей легко их грохать. Ну, два боевых робота расстреляли кучу жуков. Так, еще. Раз, два, три, четыре, пять. Ракеты. Червей нет. Червей нет. Подхожу и всех расстреливаю. Пофигу. Мне никто не опасен. Ой! Блин, ракеты. Истратил две ракеты. Так, еще гнезда где? О! Чуть на север. Надо пойти. Так, дерево мне не помешает. Помешает, но ничего. Шесть. Шесть черви. Шесть жуков. А, черви. Ау. Так, червей убил. А, одна ракета против одного червя. Достаточно. Все, иду с... Все, главное червей убивать. На одного червя одна ракета. И не надо там пробел держать. Самое опасное это черви. Я их ракетами теперь легко грохаю. Вот, не успеет чайник скипеть, я расчищу огромную территорию. Еще. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Черви. Так. Чё вы там? Пытаетесь меня победить? Теперь. Сколько у меня роботов? Два осталось. Пять роботов все гнезда расчистят. И я помогу им. Стрелять из автомата буду. Как они... Какие они сильные. Ах, вы гады. Какие вы гады. А, рыба. Как вы так появились-то сразу? Откуда взялись? Такие сильные. Скорее подойти. Жуков нет. Черви. Я их не убил. На тебе и тебе. Все. Еще одна ракета и еще одна ракета. Все. Все, расчистил территорию. Все, задача выполнена. Этим количеством материалов я обошелся. Так, теперь здесь гнездо. Надо грохнуть. Метку поставлю. Сейчас все гнезда повыношу. Опыта наберусь. Тактику разработаю. Отлажу механизм. Интуиция поможет. О, прошел мимо моих дефендеров. Еще дефендеров. Пойду возьму. Без этих роботов боевых, ну никак бы я так не справился. С расчисткой территории. С зачисткой территории. О. Где я? Далеко, видимо. Где? А, вот. Мне налево. Мне строго на запад. Вот они мои дефендеры. Сколько их? 45, всего 137. Стеков сколько? Два стека. Ну, один стек. В общем, два неполных стека.
Железо полно, ресурсов полно. Тейк. Пошел грохнуть тех жуков. Потом пойду на север. Продолжу там их истязать. И угля отнесу для производства взрывчатки. И поставлю на очередь строительство еще взрывчатку. И наделаю ракет. Роботов уже надо делать транспортных, строительных. Это мои технологии обошли мои производственные мощности. Не успеваю производить то, что открываю с помощью науки. Чайник, что ли, вскипел? Звук над за окном какой-то. То ли машины шумят. Погрузочная зона у меня тут за окном. Магазин получает товар. Так, ракеты. Раз тебе. Сдох. Сдох. Этому три. Два. Еще. В среднем надо три ракеты. Все, а этих я подхожу, и у меня роботы всех расстреливают. Все. Готово. Гнездо расчистил. Метку убираю. Теперь я куда пойду? На север. Вот этих дожму. Метку ставлю, а то забуду. Пока бежать буду, забуду. Что я хотел? Уголь возьму. Сюда вот, в инвентарь. Забью до конца. Отнесу. Ну не взрывайтесь, что же вы взрываетесь? 45 секунд. 45 секунд. Время жизни таких прекрасных боевых роботов. Моих помощников. Так, ракеты производятся. О, сколько их тут у меня? Три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 15 умножить на 6. Ой, много. 90 ракет делается еще примерно. Очень много. Ну, жалко, что сетка крафта у меня сбивается. Не могу больше ничего скрафтить вне очереди. Я за углем сначала. За углем. Так, экзоскелет я, наверное, не могу делать. Не могу. Пока. Вот она, моя база родная. Где мой респаун? Железная дорога здесь 407 метров. Ладно, отнесу то, что есть. Так, чайник вскипел. Интересно, сколько должен стоить телефон мобильный, смартфон с сенсорным дисплеем, чтобы этот телефон был без программных ошибок, без багов. Чтобы не глючил. Сколько он стоить должен? Наверное, 1 000 000 000 000 рублей. Так, что? Только пушку уничтожил. А что же его остановило? Если он одну пушку уничтожил и умер. Подох. Я не вижу. Странно. Ладно, поставлю еще одну. Фанатеть не буду. Вот так вот. Что же его остановило-то? Че он сдох? Что его расстреляло? Я не вижу других пушек здесь. Отравился, что ли, сундуком? Сундук сел, отравился. Удивительно. Так, уголь взял. Пушку поставил. Ладно, пойду. О, и тут жук у меня. Сдох. Гаденыш. Как он так пробрался? Я ж по периметру везде пушки поставил. Ну ладно. Сдох и сдох. И замечательно. Кирпичей здесь нету. Ладно.
Все, иду на северо-запад. Сначала на нефтеперерабатывающий завод. Угля добавлю на производство взрывчатки. Заберу ту взрывчатку, которая уже готова. После расчистки гнезд всех в радиусе большом, гнезда все посношу. Введу умную разгрузку на станции железной руды. Проводов нужно будет много. 20 вагонов, где-то, допустим, по 10, ну, 200. 200 проводов надо будет сделать. О, даешь угля. Запечатку возьму. А железа нет. Ладно. Плохо. Пошел. Сначала туда. Не буду отвлекаться на мелочи. Две минуты. Время бега. Рыбу надо собрать. Я же на берегу океана. Надо рыбку собрать там. Опять ночь. Ночью плохо видно червей. А у меня зрение не очень хорошее. Это тоже влияет. Чтобы рассмотреть мелкие цифры, я использую лупу. Вот такую. Так. Да где эти? Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так. Ну-ну, давайте. Жуки, а. А, куда вы? Сколько у меня? О, два. Два. Эй, ты, сдохни. Еще выстрел и тебе. Все, еще и выстрел. Все. Сдохли, спеклись. Мои сейчас дефендеры вас всех грохнут. Я помогу. Так, есть. Гнездо расчистил. А, и на север. Три дефендера выжило. Здоровье у них не важно, небольшое. Их вот, черви есть. Черви есть сейчас. Чуть-чуть подойду. Скорее жуки. Дефендеры. Дефендеры помогут. Так. Здесь готово. Теперь побегу на восток. И жуки уже будут редко меня атаковать. Потому что они не будут в зоне загрязненного воздуха. Что-то я не увидел. А, черви. Просто черви, что ли? Как они тут оказались? Сколько здоровья? 400. У них защита, видимо. В кислоту наступил. Что же вы так далеко плюетесь-то? Как я прям. 36, что ли, дальность у вас? Да нет, поменьше, чем у меня. Все, черви готовы. Так, тут тоже черви есть какие-то маленькие. Так. 5, 6, 7.
А, куда же вы? Где мои жуки-то? Стреляют. Не справляются. А мои дефендеры. Ой, лишнего упустил. Так, червь есть? Сдохни. 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 Где еще гнездо? Так, этих тоже я грохну. А, дефендеры мои бедные. Так, тут будет тяжело сейчас. Много очень. Надо использовать ракетницы. Так, черви. Черви, черви. Все. Кислота, в кислоту наступил. Ай. Нет, 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 не так быстро. Убивает жуков моих, не жуков, а дефендеров. Когда сильные, сволочи. Ну, числом беру. Ведь. Сколько я вообще кислоты поглощаю? 50% кислоты поглощает моя броня. Замечательно. Так, еще дефендеры. А. Стрелять не туда. Почему нет фильтра? Стрелять только в червей. Ну, черви же опасные, а? Не плюются. Так, тут готово. Последние несколько гнезд осталось вынести. Не самые крупные. Размер гнезда не имеет значения. 15 дефендеров, которые меня могут максимально сопровождать, делают просто чудеса. Ракет я расстрелял много. Так, и на чуть-чуть на востоке. Все, я всех их вынесу. Но мне ракет не хватит. Надо бежать за железом, что ли, я не знаю. О, наука. Подождите, науку посмотрим. Так, открыл лазерные пушки. Теперь скорость стрельбы лазерных пушек. 50 бутылочек всего лишь стоит. Так, робот. Давайте стреляйте. Да. Ага, готов. Так, этот сдох. Этот сдох. Какие они сильные, эти большие. А! Ой-ой-ой! Кислотуши влез. Кислоту влез. Надо смотреть внимательно. Я сдох. Загрузить игру. Боже мой. Большой червь меня заплевал. Последнее сохранение, автосейв. Вот так, неосторожность-то. Слава богу, только что. Было автосохранение, было только что, слава богу. Мне повезло, а не всегда так везет. Так везет не всегда. Вот так мы сделаем. Хе-хе, нападайте. Ну-ну, пушки-то очень эффективные. Просто они не двигаются. А? Не ломай. Вот так хитрее буду. В этот раз.
О-о-о-о! Какие-какие! Какие грозные! Так, 10 жуков есть, ракетницы. Как много надо. Сильный. А! Убивает, убивает! Кислота, кислота. Опять меня убили. Что ты будешь делать? А кто убил, непонятно. Просто написано убит. О, опять четыре технологии. Так. Ну и чё? Вот сейчас я вообще не знаю, что делать. Почему так? В дерево, что ли, влез? Деревья мне мешают, наверное. Так. А, не ломайте! Сломали! Гады, а. Два стека патронов потерял. 800 железа потерял. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Больше ракет? Что делать? Сдохнешь. Сдохнешь, гад. Да, он далеко плюется просто. Ну, будем хитрее. А-а-а. А, плюсик, плюсик. А! Бьется, гад. А, в кислоту наступил. Все заплевали кислотой, гады. Подойти невозможно. В кого они плюются вот? Зелененький? А я отойду. Плюся. Ты-то не двигаешься, а я двигаюсь. Да, тяжело было. С третьей попытки. Так, пушки пойду заберу свои. Два раза меня убили. Ух, гады! Неожиданно. Слабо автосохранение меня выручило. Раз 45 минут автосохранение происходит. За 45 минут я много успеваю чего сделать. Так, ракет мало. Побежал на базу за железом. Взрывчатки полно. Надо за железом сбегать. Производство ракет увеличить. Там нет, надо брать с собой. Чё же они просто так лежат? Так, железо покажите мне. Ой, как я далеко от базы-то. О, чинить надо. Раз уж я здесь. И загрузить патронами, которых стало существенно меньше. Но жуки не будут теперь нападать так много. Я же их выношу. Потом что-нибудь автоматическое придумаю. Починили. Так, побежал. За железом опять. О, где я вообще? А, ну раз я тут, все еще пойду возьму еще взрывчатки, которая уже приготовилась. О, еще 200 штучек. Сейчас ракеты, ракеты. Наделаю ракет. Жуки плюются и отравляют землю кислотой. Я бегу по кислоте и умираю. Злобные жуки. И дальность плевка у них такая же, видимо, как у меня дальность стрельбы ракетами. Так, марки. О, пушки оставил. Пушки оставил, забыл я их там. Ой, сколько ты железа там, много железа. Но возвращаться не буду, ну их. Так.
Ракеты 144. Ага, сделаем 144. Так, еще железо наберу. Чего еще не хватает? Меди. Я ж твою медь. Медь так медь. Вот столько я наберу ракет. Все. Хватит. Хватит. Так. Натаскал материалов. Пусть теперь работают машины. Опу-пу. Так, медь сюда пойдет. А, медь сюда не нужна. Пум-пум-пум. Пам-пам-пам. Пум-пум. Масштабирование, я же говорил об этом. Медная проволочка будет делать. Сейчас я поставлю на автомат производство этих ракет. Долго я не в крафте. Сколько. Так, сначала проволока. Медная. Потом железо надо подвести. Ой, железо дефицит здесь. Ладно. Ракеты медленно производятся. Ой, куда? Не туда. Так. А, не туда подвел, эх. К следующей фабрике. Вот сюда вот. Как так получится? Как все сложно у меня. Ладно, следующая фабрика будет. Здесь следующая фабрика будет. Схемки. Так, проволоку я просто вот так перенесу. А это придется вот так. А. Так. Так, так, так. Так. Ой, так. Так, проволочка. Есть. Теперь ракета. Теперь уже военный завод поставлю. С ракетами. Схемки, взрывчатка и железо. Все будет сейчас, все будет сейчас, все подведем. Взрывчатку загружу из сундука. Тун-тун. Железо пойдет, схемы пойдут, все. Сейчас все закрутится, завертится. Сундук для готовой продукции. Что не хватает? Схемки? Производится? Производится. Так. Теперь вручную делаю, и фабрика будет мне доделывать. Сколько взрывчатки? Вот, 624 ракеты мне будет сделано. Потихонечку. Сколько секунд? 8 секунд. Скорость производства чуть больше. А, нет, чуть медленнее. Так, исследования для пушек лазерных сделаю. Скорость стрельбы. Расход энергии, ну да ладно. Что-то я аккумуляторов не вижу. Я их могу делать-то? Нет, не могу. Научные исследования я еще не сделал для аккумуляторов. А написал в тетрадке уже в планы аккумуляторы. Надо синие бутылки сначала. О, ракета. 4 ракеты уже готовы. Как хорошо. Быстро делает. Так, 50 ракет у меня есть. Еще. Чу, 7, 8. 3, 8. Так,
3 умножить на где-то на 8. Это 24. Да на, умножить на 5. 120 ракет делается. Все-таки крафта здесь у меня. Примерно 120 ракет. Так, где у меня гнезда с жуками? Вот они, вот они. Так, а это не жуки, кажется. Да, это гнездо. Так. Вот это вынесу, расчищу, будет чистая территория у меня. Загрязнение где? О! Жуки в загрязнение не попадают. Значит, нападать будут реже значительно. И медленнее будут размножаться. Ой, далеко бежать. Минуты две бежать. Без экзоскелетов долго бегать. Военные. Военные. Военная панель инструментов. А, рыбы не наловил. Ай, не нужна она. Просто сохранюсь. И буду играть осторожнее. Сави. О, даешь ранее угля, 37 угля и 37 камня. На восток, на восток, на восток, всегда на восток, как в Диабле. Диабло 2. На восток. Всегда на восток. Так, это они. Так, большие черри, надо быть с ними аккуратнее, надо бегать. Метко плюются, сволочи. Так. Пушки. О, патронов нету. Дефендеров что-то тоже не очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хватит. Оп, червь сдох. Это маленький, это маленький. Это какой? Маленький. Все. Маленькие черви. Чешки. Я их как чешки рву. А-а-а, не убивайте меня, я буду бегать. Все, это гнездо вынес. Маркер удаляю. Так, следующее большое гнездовье. Ой. Без пушек будет тяжело, без брони. А, ну жуки слабенькие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Черви. Первый червь, второй маленький червь. Так, это средний. Два выстрела, кажется. Третий выстрел. Так, это маленький. Все, черви закончились. Нападаем. А-а-а, нападают гады. Мои дефендеры. Дефендеры, давайте, покажите им. Кто здесь главный? А-а-а. Больше дефендеров. Давайте, давайте. Гады, они убивают моих дефендеров, эти средние битеры. Или большие уже. Большие, большой битер. Посмотрим, что они могут, эти большие битеры. Убийства за последние 10 минут. Вот он, большой битер. Здоровье 35. Урон 30. Ну, в общем, сильные гады. Так. Последние два гнезда. Три гнезда еще. Так. Так, не плюйтесь, не плюйтесь. Это маленький. Это маленький, это маленький. Это маленький, это маленький. Все, подхожу. Ой, дефендеров мало. А, еще один. Гад. Я стреляю, я стреляю. А, дефендеры мои! Куда ты меня? Куда ты меня хочешь бить? Я тоже стрелять могу. Ай, кислота. Так, где еще гнезда? Так, маркировку убираю. Маркер, гнездо убиваю. Так, солнца нет. У меня на солнечных панелях броня работает.
и она не устанавливается в темноте, в кромешной. Так, червь есть? Червь есть. И одно только гнездо. Не опасно. Ать. Ать, плюется, гад. А я отойду. Ах ты, гад, еще один. Ах ты, плюешься в меня. А, кислота. Так, это гнездо я вычистил. Последнее гнездо, и все. И пойду делать медные провода. Когда же день? Броня моя восстановится. Так, ракет у меня полно. С дефендерами проблема, с защитными моими. Защитники мои заканчиваются. Так, загрязнение. О, то гнездо далеко за загрязнением, но их надо убить, чтобы они не размножались. Потому что они размножаются, перемигрируют и создают новые гнезда ближе ко мне. Подонки такие. Враждебная планета. Всех вас уничтожу. Я вас ненавижу. Где уже? Так, три выстрела. Все, ай, куда, куда? А-а-а! Скорее, скорее, жуки, жуки, жуки. Дефендеры, дефендеры. Ай, ай. Ну-ну-ну. У меня большая свита. Большая армия. До этих добегу, нет? Не добегу. Нет, все. Я закончил. С зачисткой территории. Все. Красных гнезд нет. Красная территория не касается жуков. Нигде. Так. Теперь побегу. Проводов наделаю. Побегу на мою разгрузочную станцию делать умную. Умную разгрузку делать. Как я раньше уже делал. Ракеты производятся, хорошо. Игра интересная. Ну, на многие сотни часов хватает интересу. Но я думаю, заново я уже начинать в этом году не буду. Карту сколько доиграю, столько я доиграю. Ракету запущу. Ракета только начало игры, потому что потом появляются новые исследования. Артиллерия усиливается. Что мне надо для медной проволочки? Для красных проводов? Медь нужна сейчас. Железо полно, медь нужна. Так это уже мне не нужно. Всех роботов, всех дефендеров истратил. Какая жалость. Сотня была, наверное. Но зато зачистил все. На пару часов покой будет. Яйко. Этого уберу. Лишний майнер. О, пушка. О, что-то. Вот так надо. О, починимся. Вредные жуки. Еще пушку поставлю. Патронов нету. А, поставлю эти.
Да, мое самочувствие лучше стало по сравнению с тем, что было пару дней назад. И горло болело сильно, и спал плохо, и какое-то вареное состояние, температуры не было. Но самочувствие было не очень. Здесь были скалы. Здесь были скалы, я их взорвал геологической моей синей взрывчаткой. Ай, пусть будет так. Так, никто не писал, не звонил. Ой, мне нужна медь. А, вот она. Вот она и медь. Ядреная медь. Проволочка. Здесь... Сколько надо? Ой, ждать надо. Сколько их у меня в очереди? Много. Так, 3. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов по 3 красных провода. Это 27, доумножаем на 5. 135 красных проводов. Хватит, нет? Наверное, нет. Надо 200. Вот теперь хватит. О, какая сетка крафта. Видна весь экран. Уголь. Даешь троне угля. Так, камень скину. Уголь добавлю. О, всего лишь 2 лаборатории работают. С половиной. И довольно быстро у меня исследования проходят. Где печки-то? Вот они. О. На тебе. На тебе. На тебе. Я даже эта медь закончится. Медленно медь расходуется. Девать ее некуда. Так, побегу на станцию железнодорожную. А сундуки какие могу делать? Желтые могу? Логистические. Да, желтые могу делать. Нужны. Они мне нужны. Будут. Потом буду делать робопорты. Они очень по материалам затратные. И пластик нужен еще. Ой! А нефтепереработка, как я... Нефтепереработку надо уже улучшать. Чтобы пластик был. Сахар закончился у меня, надо брать у жены. Можно брать у жены сахар. Какая у меня добрая жена дает сахар. Так, поезд стоит, можно ходить по рельсам. Итак, сейчас у меня вот так все происходит. Так, какая логика должна быть? Вот, разгружается вот так вот, неравномерно. Надо изменить логику разгрузки таким образом, что... Как же я это раньше делал-то? Так. Когда этот сундук полный, этот сундук не разгружается. Вот такая философия. Понятно, нет? Сначала в голову иду. Короче, пока сундуки первого вагона полные, сундуки предыдущего не разгружаются. Поможет, нет? Сначала соединю. Поменял.
2 единичку, двойку единичку. Так. Сундуки объединю. Так, 6 сундуков. По 2400 руды в каждом сундуке. Я уже считал. Да, 400 умножаем на 2. 4800 плюс 4708 9600 плюс 4800 14 с чем-то. А, ладно, достану калькулятор. Чё париться? Так, 48 по 50 это 2400. Так, исследование. Калькулятор где у меня? Нажимаю на клавиатуре кнопочку. А калькулятор не виден. Ладно. 6 на 2 400, 4 800, 9 600, 14 400. Бей. Это важно посчитать, знать. О, еще я застрял. Вот, здесь я. Так, сундуки соединяю с инвертерами. Вот с этими. Так. Работать, если здесь количество пока полное, эти не работают. Так, 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, да, 14400. Так. Если железные руды, 14400 напишу. А, теперь знак правильно поставить. Больше, меньше, равно. Значит, философию вслух озвучиваю. Если этих сундуков 14400, то эти сундуки не разгружаются. Когда этих меньше 14400, значит, эти могут разгружаться. Все, правильно. Вот так будет. В общем, пока железные руды меньше, чем 14400, инвертеры будут работать. Все. Все. Так и будет. Теперь... О, куда? Куда? Так, вот это не надо соединять. Что я соединил-то? Продолжим. О, опять я. Так, это рвем проволочку. Ой, так, это я соединил. Опа! Проволочка закончилась. Так, неинтересно, ждать придется. Пока ракеты скрасятся. И чем заняться? А! Я пока скопирую настройки инвертеров. Побегаю. Все. А то, кто они не присоединены к сети, настройки не будут работать. Ну,
Повода нет, не будет работать. Чуть не соединено, проволочка нужна. Сколько можно ждать? Ой, как долго еще. Так, это быстро. 5-8, 40 секунд. Чуть себе, минута, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 минут, что ли, ждать? Долго. Ладно, от меня не хочется отменять, но придется. Тук-тук-тук-тук. Поменяем очередность крафта ручного. А теперь проволочка. А потом, после проволочки, ракеты. Сколько проволоки мне надо? Сейчас посмотрим. Много, наверное, еще. По 6 сундуков, и тут много. 20 умножить на 12. 240 проволочки. Ну, часть поставила я. Надо чуть поменьше. Ну, она быстро делается, ладно. Пока я буду бегать с этой проволочкой, она будет крафтиться. Так, соединилась, соединилась. Так. Так, работает. Тоже я не могу попасть никак. Так, все соединены. Все соединены. Так, еще. Так. Так. Последний вагон, наконец-то. Теперь инзертеры все соединить надо. С сундуками. Так, эти инзертеры я соединил, теперь вон те надо. Теперь эти. Так, и настроим сразу. Или потом. А. Нет, сейчас. Ничего, не пропустить бы. Так, есть, настроил. Теперь это. Правильно? Настройки-то правильные? Не понял. Чё так? Ну, а это чё? Ой. Так, этот. О! Так, теперь правильно. Раз, раз, раз. Раз. Во! Скопировались настройки. Угу. Так, соединим. Правильно. Ну, посмотрим, как они будут умно себя вести. Равномерно будут разгружаться. Теперь вагончики. И вагон. И поезд быстренько опустошится. Сундуки останутся.
заполненными, и поезд разгрузится. Так, еще проволочка. Вот такая вот моя схема. Ничего не пропустить, а то ничего не будет работать корректно. А чё я гоню-то? Тут-то я не сделал. О, путаюсь. Так. Теперь здесь. Двадцать вагонов, не шутка. Рутинной работы много. Ну чё, чертежи. Сделаю чертежи, там будет легче. Строительные роботы все это будут ставить, настраивать сами. А вот. Дальше. Так. Когда они закончатся? О, еще немножко. Устал тыкать мышкой. О, сейчас мы увидим, как работает схема. Вот сейчас они перестанут уже разгружать эти сундуки. Вот эти будут разгружаться. А нет, головные будут разгружаться. Железная руда будет заканчиваться. И разгружаться будут только головные вагоны. Умная разгрузка. Ой. А тут что, я уже кое-что сделал, что ли? А тут зачем мне? Здесь не нужно. Это ж последний. Последний вагон. Ой, эти горят зелененьким. А эти красненьким. Потому что полный вагон. Ага. Все. Сейчас я их буду проверять. Правильно настроил, неправильно. Так, 14. 14, 14, 14, 14. Все правильно работает. Корректно. Сейчас лента проползет. Все это, вся эта руда проползет. И разгружаться будут уже не сундуки, а вагоны. И поезд поедет. А в сундуках останется железная руда. Проверка завершается. Оп. Так. А, тут не надо. Это первый вагон.
Так, железо потихонечку уходит. Все, железная руда. Дождаться надо. Интересно посмотреть. Попью водичку просто. Это сахарница. На дне сахарницы твердый слипшийся сахар. Я налил туда воду. Теперь размешиваю ложкой. Так, а уже на сахар есть? Ой, немножко совсем. Вот столечко. Сахар. Кусковой. Дорогой. Оп. Сейчас расходуется потихонечку железная руда, переплавляется. Что там производится у меня? Я уже не помню. Роботы, а, дефендеры производятся. Так, о, маркировку убираю. И маркировку поставить там, где у меня производятся ракеты. Это здесь. А, примерно. Желтые. О, потом можно атомные ракеты делать. Ой, как интересно. Они очень опасные. Если близко взорвутся, кранты игроку. Сразу. Никакая броня не защитит. Урон 400 взрывом, зона эффективного, зона эффекта 35, видимо, метров, зона и размер взрыва еще 400 взрыва. Короче, как-то непонятно. Так, метка такая будет. Когда же роботов делать уже? А, пластик. Надо с пластиком разобраться, с нефтью. В общем, сначала синие бутылки. После того, как я все военные сделаю апгрейды, все военные научные исследования закончу, буду производить что-нибудь синее бутылочное. Лазер тоже там нужно. Что там? Электродвигатель, что ли, там нужен? Лазер. Там тоже нефть нужна, короче, для лазера. Где он? Пушка лазерная. А, нет. Ну да, батарейка. А батарейка делается из меди, стали. Подождите. Батарейка делается из пластика, наверное. А, серная кислота. Замечательно. Вот, батарейки у меня будут ездить на поезде. Я так понял. Грузовой поезд будет перевозить батарейки от цеха к цеху для производства чего-нибудь. О! У меня с собой уголь, я в поезд закинут в этот угля. Тут у меня... О, сюда добавлю угля. Тут у меня дерево и уголь. А тут... Вот так. Сначала расходуется левая ячейка поезда топливного. Сначала левая ячейка топливная. Потом средняя, потом правая ячейка. Досунуть можно что хочешь, что угодно, любое топливо. Расходоваться будут в таком порядке топливо. От ячейки к ячейке. Три ячейки всего в каждом локомотиве. Ну где уже эта руда закончится? Ой, не скоро. Ладно, чтобы понаблюдать эффект,
Я ее здесь... Тут понятно, что эти инзертеры вообще без настроек. Эти инзертеры красненькие, они не будут шевелиться. А эти без настроек, они будут автоматически разгружать эти... Эти... Как они называются? Сундуки стальные. Вот и все. Так, о, ракеты мои готовые. Почти. 50 секунд осталось. Нет, 80. Сто 20 секунд, 2 минуты. Так, ну, пойду налаживать производство синих бутылочек для начала. Или, я не знаю. Ну да, их не просто делать. Синяя бутылка. Что там? О, твердое топливо. Ой, ай, как много всего надо. Твердое топливо надо. И пластик, опять же. Грузовой поезд, в общем, у меня поедет сюда. Будет возить оттуда твердое топливо и пластик сюда. И здесь будет производиться уже у меня синяя бутылочка из твердого топлива. Не ожидал я такого решения от себя. Ну, небольшой будет грузовой поезд. Будет наполняться, допустим, ну, один локомотив будет и 5 вагонов. Это будет для пластика отдельный вагон, отдельный поезд. И отдельный поезд для твердого топлива. Все это будет сюда приезжать. Двумя поездами разгружаться, и производиться будут синие бутылочки. Красный схем будут производиться синие бутылочки. Да, а чё? Чем конвейер-то так далеко прокладывать? Там километр, наверное. Так, всё, сахарница моя размешалась, сахар растворился. Пойду перелью в кружку. Дерево технологий. Мне кажется, сахар плохо теперь очищается, который в Москве продается в магазинах. У него привкус есть гадкий. Либо его сдабривают какой-то гадостью специально. Полный мой инвентарь. Вот так работает автоматика. Ах вы гады. Все-таки вы потихонечку разгружаете. Что ж ты будешь делать? Разгружаю, они успевают кинуть. Но, может быть, это и правильно. Получается, будет действительно все равномерно разгружаться. Или, может быть, сделать чуть-чуть по-другому. Не 14 400, а 14 000 ровно.
или 14 200. Что будет? В общем, я перепрограммирую мои инзертеры, и так будет их так будет они действовать. Если сундуки почти заполнены, то инзертер не будет разгружаться, работать. То есть я до этого сделал полностью, рассчитал полное заполнение, а теперь я сделаю почти полное заполнение. Не 14 400 единиц железной руды, а 14 300 единиц железной руды. И тогда будет более умно, более правильно. О, напился. Сколько я играю? Не очень долго. 2 часа играю. Удивительно, как время летит, когда хорошо себя чувствуешь. Выспался. Ну, почти выздоровел я. Все, 14 300 сделаю. О, 14 300. И теперь скопирую настройки на все. Мышку просто веду. Главное сейчас не срулить. Просто я нажал кнопочку мышки, зажал. И копируются настройки. И кнопочка Shift у меня тоже зажата. Shift, левая кнопочка мышки зажатая. Так. Скопировалось? Все скопировалось. Еще раз тестирую. Куда это все вмещать? Хватит места. Ну, а как они теперь будут работать по-другому? Так, смотрим. Разгружайтесь, давайте. Разгружаются. Вагон сейчас разгрузится полностью. Сколько у него? О, он почти полный. В общем, когда он будет пустым, и сундуки каждый, сундуки будут почти полными, да, 100 единиц руды отсюда израсходуется. Эти инзертеры не смогут их больше разгружать, потому что начнут разгружать эти инзертеры, тоже вагоны. Вагон. Этот вагон опустеет, и начнет выгрузка этого вагона. По очереди все будет разгружаться. Вот так все это будет работать. Сейчас 2000 руды вытащу. Увидим. Сейчас дам выгрузиться. Дам разгрузиться этому вагону. Всю руду соберу. О, сундука нет. Ну ладно. Разгружайся, разгружайся. Сам на край.
сейчас произойдет чудо. Когда разгрузится этот вагон первый, разгрузка сундуков напротив этого первого вагона остановится, и начнется разгрузка сундуков второго вагона. И будет разгружаться следующий вагон. Вот такой приоритет. Ну сколько еще? А, еще чуть-чуть. Разгрузился. Теперь смотрим дальше. Сейчас. Сейчас их стоит. 14300 станет. Железо. Опа! Все, начинается разгружаться другой вагон. Вот какая умная схема. Все. Вот так. И так постепенно разгрузятся вагоны, а сундуки останутся заполненными. Минус такой, что конвейер, то есть разгрузка вагона одного отдельного, медленная. Потом будут роботы строительные. Я в два раза увеличу скорость разгрузки вагона. Да. Правда, я еще не знаю как, но есть способ. Наверняка. Ну, я примерно предполагаю, как я это сделаю. Надо будет сложную конфигурацию конвейера. Здесь. Синего. Либо красного. Так. Так, теперь заберу весь свой инвентарь. Полезный. О, это мне не надо. Это мне надо все. О. Ага. О. В один сундук со мной поместилась вся железная руда. Скриншот. А, так, а если камеру свою поставлю? Интересно, покажут скриншот. Так. Куда она? У меня руда железная идет. Сюда. Так, это производство дефендеров. О, взять их. 396. Стейка хватит пока. На всякий случай. Так. Надо будет погулять скоро. Так, завтра в суд. Зачем-то. Так, патрон красный. А. Это на Defender у меня идет. Так. А это что у меня? Ничего не помню. Что я тут творил? А, ничего. Ничего больше и не натворил. А, ставлю фабрику для синих бутылочек. Пум-пум. Здесь. Да будет так, сказал я. Ну и толку, что поставил я ее. Ну ладно, наложу производство двигателей. Для них там не надо нефтепродуктов никаких. Еще одна фабрика. Сталь, железо и все. Это у меня, этого у меня полно будет. Так, урон от лазерных турелей. Что-то опять в туалет захотелось. Пауза.
Вчера мой сынок потерял свой молочный зуб, вырвал сам себе его пальцами, вырвал. Сказал, что ему было страшно это делать, но он это сделал. А ему 6 лет. Так, так сюда, это, так будет. Тун-тун. Двигатель. Сюда пойдет железо и сталь. А потом все это апгрейдить, все это железо. Ой, железо не сюда надо. Еть, перепутал. Кошмар какой. Растяпа. Сюда надо будет железо. Шестеренки. Так, сюда трубы. Еще. Трубы делаются из чего? Из железа или из стали? По-моему, из железа. Из железа. Добавим сюда железо. Не так сложно. Синие бутылки делать. Трубы. Трубы надо будет вести сюда. Ну, какая музыка классная. О, у меня наушники с вибрацией. Так, это у меня пойдут трубы сюда. Так, ничего не перепутал, да. Сюда труба пошла, шестеренка. Сейчас сталь сюда подведу. И двигатели пойдут у меня, начнут производиться. Под землю иди. Все. Сейчас электричество подведу и заработает. Да, мне надо вот это. Вышки надо сделать больше. Меди нету опять. Куда медь девается? Ну, пошло. Заработало. Да, двигатели заработали. Производство двигателей пошло. Десять секунд на один двигатель, но можно масштабировать, можно увеличивать. Есть место, чтобы поставить все дополнительное. Ну, два двигателя на одну бутылочку синюю. Так, теперь нужно конвейер поставить туда. На одном конвейере у меня будет, может помещаться две разных бутылочки разного цвета.
У меня этот конвейер будет для цели. Для цели. А потом конвейер можно будет разгрузить на один из предметов. Можно половинку конвейера разгрузить с помощью подземного конвейера. Так. Бутылки синие. Ну, у меня еще синие бутылки-то не скоро будут готовы. То я твердое теплево, красная схема. Не забыть. А, ну, что там? Ничего, незачем записывать даже. Записывать даже это не буду. Так, бутылки синие. Так, схемку поставлю сюда, пиктограммочку. Ну, тут они у меня производятся. Эй, конвейер. Оп, пошла. Ой, куда? Что ж я творю? Вот так вот. Ой, тут, наверное, не пройти. Вот так. Под землей. Ой. Так, поезд. О, он еще долго не поедет. Проблемка. Тут я не могу ехать. Надо чуть-чуть свернуть. Вот здесь. Поехали. Последний. А, у меня еще 400 конвейеров. Полно. Ой. Уйдем немножко. В сторону. А где у меня красные бутылочки? Красная бутылочка, наверное, надо состыковаться. Ой. А. Так. Ой, так. Так, серые бутылки. А пусть он прыгнет к серым бутылкам на конвейер. Использую продолжение. Так вот. Так. Вот они будут вместе ехать. Синяя бутылка и серая бутылка. Турум-турум-турум. Будут ехать. Так вместе. Куда они поедут? Туда поедут. И потом что их будет ждать? Серая и синяя бутылочка. Посмотрю. На этом конвейере. Так. Потом сюда. О! Вот, вот, вот. Здесь у нас синюю бутылочку надо будет снять с этого конвейера. Пум-пум. Дай. Дальняя. Так. Правая. А. Правильно. Так, ближняя ко мне. Вот так. Вот так она будет ехать. О.
Вот так. Серая бутылочка будет сюда попадать, а синяя нет. А синяя пойдет в другое место. Как ее отсюда снять будет? Так, ну серую я отсюда сниму. А синюю... А, сплиттером. Есть же сплиттер. Забыл я про это дело. Пум-пум. Приоритет. Пум-пум. Синяя бутылочка. О-оу. Вот так вот. Ну-ка, теперь. Ну, а сюда пойдет синяя бутылочка. Синяя упадет в красный на конвейер. Ой, так. Во, сюда. Тут у меня одинокий конвейер, только к разной бутылке. Вот так будет. Как-то я все намудрил. Ну ладно. Лампочку поставлю. И какой-нибудь цвет сделаю. Цветная будет лампочка. Какой-нибудь будет она цвет. Какого она будет? Ну, пусть она будет... Пум-пум. Ну, вот этого цвета. Розовый. Больше нуля. Теперь комбинатор. 1 плюс... Да, любое число. Плюс 0. Выход розовый. А, и чё? О, розовый. Розовая лампочка. Горит. Да он не нужен. Подземный этот. Теперь-то, когда есть такой умный сплиттер, вот такая вот штука, такая хитрость и не нужна с подземным конвейером. Ну да ладно. Так. Теперь нужно уже наладить автоматическое непрерывное производство твердого топлива. Это будет сложно. Из чего я его буду делать? Равномерно буду расходовать. Будет умное использование легкой нефти и тяжелой нефти. Равномерно буду использовать для производства твердого топлива. А твердое топливо где делается? В чем? В какой фабрике? В обычной. Не похоже. Так. Где у меня эти штуки? Фабрики. А, во. Химическая... Как она называется? Химическая, короче. Вот она, твердое топливо. Из твердого... Твердое топливо из легкой нефти и твердое топливо из тяжелой нефти. Будет производиться. О, я могу любрикант делать. Как здорово. Уже. А синий конвертер пока... Конвейер не могу делать. Ладно, возьму я эти штучки. Где они? Я их все взял. 3 штуки всего. А с чего они делаются? Из меди. Ладно, вытащу из инвентаря ненужное, засуну нужное. Медь возьму. Thank you.
Так, железо у меня почти здесь закончилось. Сколько осталось? 27 тысяч и 18. 45 тысяч осталось. О, тут угля нет. Надо загрузить углем. Что ж я? Что ж я не проверил? А уголь у меня здесь, а. Тут-то. А, уголь туда еще надо везти. Можете его поездом тоже довести до химических, до нефтепереработки. Может быть. Не могу еще пока определиться. Так, лишний уголь сброшу. О, 4 фабрики работают. Как здорово. Так, стены есть, пушки есть, радары есть, рыба есть, конвейеры есть. Зертеры заканчиваются. Сделать что ли? Не из чего делать. А, медь не подобрал. Возьму немножко меди. В качестве сырья, может, что-нибудь надо будет сделать. Сундук с медью. Пум-пум-пум. Подпишу. Сколько у меня ракет готово? Сейчас удивлюсь. 372 штуки. Классно. Сколько взрывчатки осталось здесь? О, намного хватит. А еще это можно будет апгрейдить. Но не сейчас, потом. Так, производство твердого топлива сейчас надо будет наладить. Сначала и потом пластика. А уголь? Доставку угля надо подумать как. Конвейером или железной дорогой. Железная дорога — это расход топлива. Топливо у меня не ограничено. Не ограничено количество. Потому что топливо — это нефть, а нефти не ограничено. Ее очень много. Просто я еще не все открыл здесь. Потом получу доступ к большому количеству нефти. При моих стандартных настройках. Карту смотрю. Так, это я снимаю маркировку. Потерял ту пушку. Уголь есть. Не, конвейер подведу. С углем. Сюда. Будет конвейер. Вот так. Расстояние небольшое. По лесочку так. Да, с этого и начну. Сейчас доведу уголь и пойду отдыхать. Отсюда, да? Или нет? Да, почему нет? Отсюда. Ой, как далеко тянуть. А, так, не здесь. Где-нибудь здесь. Вот так. Надеюсь, не помешает. Здесь. Ай, в обход. Тут у меня производственная территория. О, свободненько.
Все-таки столб. Вот дерево. Срубить. Какие толстые, замечательные деревья. Даже рубить жалко. Так, срубим. О, призрак поставил. Все, кончились конвейеры. Но побегу за следующей порцией, за следующей партией конвейеров. Пойду. Здесь из стеков возьму. Вечно им находится применение, этим конвейером. Беру по несколько сотен, и все заканчивается. Это камень. И это камень. Стена. Да у меня стена производится в другом месте. А здесь что? Пустой. Пустой. Где конвейеры? Вот они. Мои красные конвейеры. 900 штучек. Хватит надолго. А 1000 хватит еще надольше. Так. О, как я так? Как я так натворил? Накосячил. Фу, бегу, бегу. Так, куда он у меня пойдет? Да, прям пойдет. Ой. Ну-ка, вот так. Да фиг. Что у меня был за маркер? Маркировка какая-то была у меня. Я не видел, какая. Ну ладно, поставлю пластик. Что еще было? Чатка. Синяя геологическая взрывчатка. Ну ладно, поехали. Так. Подземными конвейеры заканчиваются. Опять.
О! Так, пластик делается из угля тоже. Ой. О. Так, сера делается из газа и воды. А тут нужен... Все, готово. Угля у меня теперь не ограничено. Так, и сюда уголь надо захерачить, забабахать. Куда? А, граната. О, граната делается из угля. Ну, давай сюда доведем уголь тоже. Все, производство гранат пошло. Ой, железо надо везти сюда еще. Надо сюда железо везти. Наверное. Откуда? На поезде. Вот сюда точно на поезде. Запишу. Так, Iron. Пять вагонов, Iron Train, 5 вагонов. Toil. Вот что я написал. Чтобы я не забыл. Так. О, не так написал. Вот так надо было написать. Так, уголь подвел уже большое дело. Ну что, отдыхать я планировал. 160 минут играю, полтора часа. Пум-пум. Трам-пам-пам. Так, геологическая взрывчатка будет в большом количестве теперь производиться у меня. А, сталь надо подвести. Тоже на поезде сталь поедет сюда. Два поезда будет грузовых. Один грузовой поезд со сталью, другой грузовой поезд с железом. Больше никак не вижу решения сейчас. Так, итак, что я тут написал себе? Лазер, аккумулятор, синие бутылки. Так, что я сделал-то сейчас? Вообще, что я натворил? Притащил уголь. Ну, производится у меня вот... взрывчатка. А, это же для пластика у меня уголь-то. Чтобы поезд пластиком наполнялся. Загрузка пластика. Для поезда. Вот, трое. Так, поезд для пластика. Поезд. И поезд.
отсюда будет ехать поезд с пластиком, сюда будет ехать поезд со сталью и с железом. Ну, я и задумал задачку. Ладно, буду гулять сегодня, отдыхать и обдумывать, как я это буду делать. Так, жуки там не распространяются? Посмотрю. Да не особо. Уничтожаю гнезда, замедляю их распространение, этих жуков. Замедляется их размножение. И они не нападают на меня. В зоне загрязнения нет гнезд жуков. Как-то я раньше вот так не делал. Делал, но сложнее было. Все, сохраняюсь, отдыхаю.